На каждой банковской карте есть конфиденциальная информация. Именно за ней охотятся мошенники. Особо секретной является так называемый CVV-код – три цифры на обратной стороне карты. Если вам пришло сообщение «Карта заблокирована, для разблокировки сообщите ее реквизиты» – это мошенники. Разблокировать карту можно только в офисе банка. Если вам пришел цифровой код и незнакомый человек просит назвать его, это мошенники. Код нужен ему, чтобы снять деньги с вашей карты. Если под предлогом перевода кто-то просит вас сообщить пин-код или CVV-код, размещенный на обратной стороне банковской карты, это мошенники. Пин-код карты не должен знать никто, кроме вас, даже сотрудник банка. Если вам сообщили, что вы стали победителем лотереи и просят указать реквизиты карты для получения выигрыша, это мошенники. Запомните, настоящий сотрудник банка никогда не спросит номер банковской карты, CVV-код, пин-код, одноразовый пароль из СМС. Кстати, мошенники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников. Что делать? Не вступайте в переговоры с неизвестным. Положите трубку. Позвоните по номеру банка, который указан на обратной стороне вашей кредитной карты. Расскажите о случившемся.